Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать, как же все-таки сделать эффект размытия, если ваше устройство не поддерживает эту функцию. Начнем с того, что мы знаем, что такое эффект размытия. Это еще есть название bokeh. Если вы перейдете в App Store и напишите bokeh, или же просто эффект размытия, вам повыбивают вот такие программы. Вот, то есть программа Focus — это вообще идеально для тех устройств, которые это встроены, то есть в семерках, восьмерках и десятках iPhone. Вот здесь просто вам нужно будет загрузить нужную фотографию, и вы уже с ней здесь можете играться так, как вам нужно. Вы уже сами будете выбирать, какой объект вам размыть, какой оставить на прежнем фоне, опять же ждать больше блеска, подобрать нужный вам фильтр и все остальные фишки, которые здесь сами для себя же найдете. Вот. А с другим приложением он называется Tada. Вот. Он также есть в App Store. Вот. Перейдем. Пропишем на английском Tada. Вот она будет самая верхняя, зелененькая. Скачивайте. Она немного весит. 60 мегабайт. И давайте же с вами разберемся, как все-таки сделать эффект размытия. Вот он как выглядит, я вам покажу на примере своего Instagram. Вот такая вот фоточка, эффект размытия, вот такая вот фоточка, вот такая вот фоточка. Вообще делает идеально, вы уже под себя будете все настраивать, как вам нравится. Итак, когда мы перешли уже в само приложение, что мы здесь видим? Нам нужно вот именно вот здесь нажать на пятно. Когда мы здесь нажали, нам нужно будет выбрать, либо это будет круговой, либо линейный. Лучше выбрать линейный. И, то есть размытие уже будет конкретно, будем сами выбирать и регулировать, где оно будет фигурировать. То есть жмем на маску вот здесь, вот видите, Clear Mask, сюда. Указываем область нам необходимую, то есть палец это мы обводим туда, нам не нужно. Здесь это мы стираем, ну и сейчас будете все наглядно, в принципе, сами видеть. Вот и все, сохраняем фотографию. Переходим в фото, и как можете сами заметить, вот она разница, эффект размытия. Абсолютно четко, классно, и никакой разницы абсолютно нет. Вот, в принципе, и все. Ничего сложного в этом нет, сами знаете, сами все просто, классно, наглядно делается. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям о моем канале, помогайте его продвигать, прожимайте колокольчик, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте ваши комментарии, мне это очень интересно. Также не забывайте подписываться на мои соцсети, все эти ссылки будут нужные вам закреплены под видео в комментарии. Всем пока!